Российская меховая фабрика из Пятигорска «Panafix Furs» более 15 лет является одним из лидеров меховой отрасли страны. Свою продукцию компания представила в Сочи впервые. На новогодней выставке широкий выбор шуб и дубленок из овчины, каракуля, норки, енота, фишера и острогана. В линейке как классические, так и современные фасонные силуэты. Например, меховые жилеты модных оттенков. Ценовой сегмент от 26 тысяч и выше, размерный ряд от 42 до 64-го. Изготовленные изделия из самого качественного сырья, от лучших российских и зарубежных поставщиков. Гарантия – это вот такие чипы на каждой шубе. Специальная маркировка подтверждает подлинность и легальность происхождения товара. Каждый покупатель в честь Нового года получит скидку 5-10%. Кстати, меховая компания «Panafix Furs» является дипломантом большого количества профессиональных конкурсов и выставок. Так, в августе этого года на московской выставке «Мосфур» фабрика завоевала гран-при в номинации «Меховщик года». С ассортиментом «Panafix Furs» можно познакомиться на ярмарке «Новогодняя шкатулка» на Несебрской 1Б. С 10 до 19 часов до 16 декабря, 17 числа выставка работает до 16 часов. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.